получишь пилот и лапарак. Можете прокомментировать, что там взрывается? Это взрываются склады. Какие склады? Грузинская армия, боеприпасы взрываете. А зачем? Уничтожали, чтобы не воевали. Не уничтожали других людей. Ну это же не ваше, это чужое. Кто сказал, не наше? Вы сами сказали, грузинское. Правильно. Но это военный трофей. А, он же трофей? Конечно. А что, нет? А что, что за снаряды? Можете уточнить? Понятия не имею. Я там не был. Этим занимаются саперы. Скажите, а если это военный трофей, то значит это оккупация, а не миротворческая операция? А вы знаете законы войны? Так вы почитайте сначала, а там то все это написано. Здесь это война или миротворческая операция? Это вообще защита миротворческих сил России. По способам войны? Кто вам сказал, что война? Но вы говорите мы трофей. Мы начинали войну. Мы войну не начинали. Мы и шли защитить, вы его кончите? Защитить свой миротворческий батальон, который грузинские вооруженные силы уничтожили напрочь. А поблизости нет? Сколько жертв? Можете уточнить? Я даже точно не скажу, но много. Очень много. Они... А вы говорили, что генерал Кулахметов убит? Нет. Жив? Жив.